спасение утопающих – дело рук, а точнее лап, отдыхающих неподалеку собак. Типичная история, когда недосмотрели за ребенком на берегу, может обернуться трагедией. Но все меняется, если рядом обученный питомец. Он не только присмотрит, но и вытащит утопающих из воды. Для собак, которые обучились спасательному делу, в Самарской области провели соревнования. Людям это дает прежде всего это навыки повседневной жизни, когда семья отдыхает на природе. Это очень помогает, особенно когда в семье есть дети, да, контроль детей на воде. Это прежде всего, когда есть дома любимец, который обучен простым навыкам наблюдения и помощи, если это необходимо. Также это спорт. Собаки соревнуются между собой, кто более выносливый, кто более опытный. В соревнованиях приняли участие 16 четвероногих спасателей. Задания по трем категориям сложности – А, Б и С, в зависимости от уровня подготовки собак. Например, новичкам им нужно вытащить апорт, который забрасывается дрессировщиком. Им нужно быть управляемым в воде и спасти человека. На высшей категории сложности это уже собака должна спасти человека, прыгая из лодки, уже нескольких человек. Должна спасти бессознательного человека, просто притащить его за любую конечность. Успех собаки зависит от ее послушности и, конечно, от желания купаться. 3 года назад обнаружилась такая любовь к плаванию. Ну, тут очень хорошо, любит воду. И мы это пустили в мирное русло. И вот уже 3-й год занимаемся и сдали на C-степень. Сейчас будем дорабатывать до мастера. Общение с собакой, контакт с собакой улучшает. И опять-таки приятное времяпровождение на воде, на свежем воздухе, где вы не просто там апортировку делаете, как бы, а здесь уже все усложнено и более интересно, и зрелищно даже как бы, для себя, для собаки. У нее развивается интеллект. Обучаться спасению на воде могут собаки разных пород, но некоторые в этом деле как рыба в воде. Ньюфаундленд – порода очень интеллектуальная. Он сначала думает, сам принимает решения и спасает. Поэтому как раз сложные задачи, как бы спасение утопающего с берега, спасение утопающего, когда Филимон на лодке, как раз задача для этой породы, для собаки, для этого. Собаку можно любую научить спасению на водах, но хорошо, если собака выполняет задачи, которые соответствуют ее породе. Каждый хозяин гордится успехами своего питомца, но в душе надеется, что в реальной жизни все отдыхающие будут внимательны и осторожны, чтобы не было трагических случаев, а спасение на воде оставалось только приятным увлечением. Светлана Кудрявцева, Виталий Рылеев. События.